Всем привет, друзья! Рабочая неделя началась с опозданием. Погода шикарная, дожди пошли. Посмотрите, какие лужи. Поливало и днем, вчера, и ночью. Сижу на работе, делаю вам видео. В YouTube уже сделал, делаю в TikTok. Пишу теги, попадается тег «Бородач» на глаза. Я там свежий анекдот с ним. Ну, для ТикТока свежий, так он старый уже. Зимний еще. Про глухонемого Мартына. И попадается тех этот с бородачом. И тут же он звонит. Говорит: заглох, спасай. Сейчас будем спасать бородача. Только за веревкой надо заехать. Солярка закончилась. Но это на него не похоже, он так всегда предусмотрительный. Но тут он на серьезной очень машине, сейчас увидите. Для этой машины простительно. Могла закончиться она немножко ретро. По возрасту почти как я, наверное, чуть-чуть младше буквально на несколько лет. Завез вчера кардан к токарю, чтоб поменял вилку. Сказал, сделает. И у вас будет на полном приводе. Да, свернул я в бараний рог. Первый раз такое. Ну, такой прыжочек там был приличный еще. Не дошел я до этого видео. Может, вечером покажу. Так что Пашенька стоит там посреди Ленинградской площади. Заглохший. Сейчас еще за тросом заехать. За стропой, точнее. Видите, это тестовая лужа. Показывает уровень осадков в Дарницком районе. Ну, вы поняли, да, что дождь был хороший. Сейчас и на танковой, наверное, хорошо. Может, кстати, в субботу туда поедем. Как вариант, надо предложить будет после этих дождей. Может, еще дожди будут. Хорошо бы еще, потому что месяц вообще не было. Так, что тут с нашим Grand Cherokee? Вчера патрубок порвался у меня. А ключей нету. Спрятали от меня. Так, в Grand Cherokee троса нету. Наверное, в бахе лежит. Это купировал сурового полностью. Блин, в бахе тоже нету. Или я ехал на оффроуд, бросил его с собой, наверное. Елки-палки, где мой тросик любимый? О, есть. Долгие поиски. Удачно. Так, смотрите, ободочек это с Макса 69-го, но уже он ему не нужен. Тут даже от залупазлика запчасти есть в багажнике. Сейчас вы увидите звезду моего канала. Главную. Где он тут стоит? Слева где-то. Сказал. Сейчас нам надо развернуться. И мы его сможем увидеть. От него такая пробка или что? Непонятно. Зеленый. Свет, никто не едет. Вот он стоит, одинокий. Да, зимой было бы ему легче, сказал, везу подарки детям. Кто-то сразу спас его. Летом сложнее. Так, нам в правый ряд. Сейчас мы его спасем.
ты красивый, я блин. Я знал, что тебе нельзя звонить. Паштет привез, смотри, в новой упаковке. Паштет. На. Стропа знакомая. Знакомая там, вещь, подарок? Я берег тебе. А что, у тебя же вон, а пальца нету там цеплять. Прикинь, мы перекресток. Она такая пердык и остановилась. Она говорит, показывают полный бак почти. Просто поперек всех. Алло. Всех линий. Сейчас тут бородач заглох. Сейчас я его подтяну до заправки. А потом... Слышь, я на чужой машине, сказали, запретили тянуть. Что-то палец. Сейчас посмотрим. Ну что там, вставили что-то? О, нормально получится. Чтоб трос не испачкать только. Ты протер ее? Трос под бордюр. А тут все едут, все оттуда выезжают. Ну да, тут место такое неудачное. Ну на стартере ты дотянул, да? Я на стартере заехал еще на тротуар. Нормально. Погнали. Тут заправка недалеко. Не сильно не гони, потому что они там... Ну не больше 120-130. Ну ты пожалеешь. Так, все. Сейчас спасем. Вот такой ретро-кар у Паши. Все нормально, мы едем. Ого, какой-то он тяжелый, я вам скажу. Там еще груженный металлоломом, наверное. Потихонечку сейчас к заправке подтянем. Говорит, показывала полный бак. А, но не так. Старые автомобили, да, тут бывают у них нюансы. Накатом вообще без напряга едем. С бровки его стащить просто было небольшое усилие. Даже мопед нас обогнал. Все, до заправки считанные метры, метров 500 осталось за мостом. Еще тормоза у него есть, нормально. Слышно, что он имеет вес. Ну да, бородач сам где-то 120-123, наверное. Плюс Мерседес еще немножко. Вот она и заправочка. Бородач спасен. Сейчас еще его завести, правда, надо будет. Подкачки нету в этих старых моторах, ну, наверное, а может и есть. Ну, говорил, что надо будет протащить еще его. Так, где там у него бензобак? Справа, слева. Вот мы и на месте. Не, газа надо. Ну что, страшно? Воздух хватнуло. А, ну протянем так. Сейчас я газа подолью тоже. Блин, у него тут что хочешь есть. Ого, какой у тебя телефон модный. А где ты взял такой? Чехол. Все запчасти с той стороны. С той стороны? Да, в итоге тащил не одну машину. А три? А три. А, ты с Мерседес... С Унимога что-то везешь? С Унимога, блок, голова. Так я Унимог спас, ё-моё. Эпику, блин. Приехал быстро. Как ты поменять нельзя? Вот электрик, который делал, говорит, его можно сделать только так, по-другому не получается. Блин, какая ретро-машина. Не, ну ты в ней органично смотришься.
бачок такой. Да, так смотри, я модный. Да, нет. Слышишь, ты если сейчас для ТикТока станцуешь прямо здесь. Блин, то я думаю, что мы это... Порвем, да. Порвем ТикТок точно. Палец нашли специальный для этого. Палец, для да, мастеров. Шикарный. Надо положить в салон. Да, ты его оставь, ты что? Машина, у нее, знаешь, что раз встречалась солярка вот из-за этого бака? Сколько? Раз 20, наверное. А, так это ты еще надо мной глумишься, что у меня все время заканчивается? Нет, я обычно кончалась на СТО. Выезжаешь, заезжаешь, потом не показывал раньше дальше. А значок украли, да, или? Да. А фары новые, елки. Фары мазовские. Мазовские, я смотрю, знакомые, да? Не, ну классная машина. Цешечка 16-я белоцерковская. Всесезонная. Так, ну до полного спасения считанные минуты сейчас. Тут нас заправляют или заправили уже. Говорят, что заправили. Может, забыли. Типа заправили. Похолодало, быстро заправляет. На 300. 25 литров. Вот страна чудес. Пока был коронавирус, газ упал до 7 гривен. Ну, 7-8, то есть. Ну, было и 7 даже. Только карантин закончился. Только карантин закончился. Так, ну ребята, наверное, не знают, что у меня бак пустой. Что я сразу пойму, что они меня заправили или нет. Не заправили, не перепрыгивает. Так, цепляемся. Ну, по прямой из чего? Нужно разобрать и качать ручной подкачкой. Ну, блин, там надо... Да давай чуть-чуть есть. Протянем, да. Я думаю, что быстрее будет. Какую-то так. Там вторую или третью. Да на пятой поедем. А тут пятиступенчатая, да? Пятиступенчатая. Поехали! Пока! Да поехали! А что, ты должен сидеть? А у тебя без автопилота машина? Не, ну бородач сегодня выглядит шикарно, конечно, такой у него вид. Чтобы, главное, заправку не намотать на трос. Сейчас протащим мне. Подкачка есть, да, но там доступ к ней немного ограничен. Сейчас мы протянем и заведется. Так что это тут... Паша говорит, стандартная ситуация с окончанием. О, повороты, аварийка есть даже. Ого, 74-й год вроде машина. Насколько я помню, или 5-й. В общем, давно ее сделали. У него старше всех машина. Зеленая мечта просто юноша. Где там он? Вот он есть. Завелась вроде. Или заглохла? Заглохла? Заглохла. Тут такие гонщики серьезные. Ну да, надо пока фильтр закачает сейчас. В общем, Паша говорит, я спас сразу три машины. Еще от Эпики блок, от Унимога блок везут точить. Ну, и Мерседес третий. Или чуть-чуть. Поедем вправо. Фолловеры. Фолловеры нас узнали. Это Лехи.
поспокойнее движение. Можем вокруг заправки ездить, пока не заведется. Починили. Завели. Спасли, короче, все. Все, скажи фолловерам, что... Русик молодец. Желаю ему паштеты на номер карточки. Так, учи какой-то танец для ТикТока. Одет ты нормально? Я тебе там сбрасывал ссылку, как танцевать. Все, пока. Пока. Так, всем пока, друзья. Подписывайтесь. Бородач спасен. До встречи.